Вокальные вечера – это отличный повод встретиться с близкими, провести время за душевными разговорами и расслабиться под неспешную живую музыку. Каждую субботу в ресторане «Прайм» для вас будут выступать лучшие исполнители города. Уже в эти выходные гости смогут насладиться вокалом Екатерины Рахтовой. В репертуаре исполнительницы есть джазовые, ретро, зарубежные и отечественные поп-композиции. Главная задача, по словам Екатерины, создать уютную атмосферу в зале. Должно быть относительно комфортно слушателю, и мы никому не должны мешать. Да? Для этого мы, допустим, вот в данной ситуации рассматриваем белый зал для вот такого лаунж-кафе. В это же время будет работать ресторан и боулинг. То есть люди будут иметь альтернативу. Отличный вокал, разнообразное меню и уютный интерьер ресторана «Прайм». Что еще нужно для идеального субботнего вечера? В заведение часто приглашают музыкантов, чтобы гости смогли отдохнуть от насыщенных будней и интересно провести время. Репертуар артистов напрямую зависит от запросов аудитории. Все зависит от того, какой контингент в зале. Мы же артисты как психологи посмотрели в зал, примерно прикинули, какие люди сидят, с какими вкусами, и потихонечку вот пробуем. Насладиться европейской, паназиатской и русской кухней под выступление саровских вокалистов можно каждую субботу в 19:00 в клубе-ресторане «Прайм». Бронирование столов по телефону 6-75-05 для лиц старше 12 лет. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».